Приветствую вас. Давайте ответим на ваши вопросы сначала. Значит, смотрите. Игорь, значит, так быстро женился на другой, потому что, с одной стороны, возможно, было давление на него в некоторой степени. Я сейчас не оправдываю, просто говорю о факторах. С другой стороны, около года он не мог вернуться в свою страну. Ага, это срок довольно большой, и за год, в принципе, чувства могли у него поостыть, вот, и, соответственно, это в купе с отсутствием надежды на возвращение, вот, толкнуло его к тому, чтобы жениться на местной девушке и хоть как-то реализоваться. Вполне возможно, что он сделал это из-за фрустрации, то есть неудовлетворенности по поводу всего того, что произошло. А иногда люди переносят свои чувства, свои желания на других. То есть вот с Верой не получилось, но, соответственно, другой девочке получится, другой девочке я дам все, что не дал Вере. И таким образом компенсирую какое-то вот свое внутреннее чувство вины. Вот. А, видите, вы пишете, что... так. Значит, год он не мог вернуться в страну. А надежды на возвращение не было. Игорь решил согласиться. И еще через какое-то время он женился на местной девочке. То есть в общей сложности прошло, ну, больше года. Ага. Расстояние всегда проверяет отношения, и многие отношения расстояния не выдерживают. У Игоря просто оказались чувства, ну, недостаточно сильными. Если бы он вернулся, если бы он был рядом с Верой, он, может быть, был бы идеальным мужем, идеальным мужчиной, идеальным отцом. Но вот обстоятельства сложились так, что отношения Игоря к Вере оказалось, ну, недостаточно искренним, недостаточно теплым, недостаточно полным, и, соответственно, расстояние это подтвердило. Вот. А дальше. Почему не сообщил ей о расторжении отношений? А о расторжении отношений не сообщил по причине стыда. Тут на самом деле все очень просто. Игорю было стыдно, что он так поступает. И он просто не решился. Не смог. А меня больше в этой ситуации интересует позиция родителей. Почему родители не сообщили Вере, что он жив, что там не может вернуться в страну, и что уже женился на другой. Вот. Из-за чего-то она думала, что его нет в живых. Вот. Ее ввел заблуждение, получается, не только Игорь, но и его родные, и вообще родители-то, наверное, знали. Вот. Далее, смотрите, какой интересный факт, что Вера, она вышла замуж за своего друга после смерти отца. То есть, смотрите, либо она боялась отца, да, боялась отца, но кто-то не решалась при отце жить дальше, вот. Либо просто не могла жить без мужчины. Если она не могла жить без мужчины, это объясняет и тот факт, что она ждала так много времени. А дальше, почему не искал способа встретиться с ней, объясниться, когда появилась возможность? Ну, то же самое, чувство стыда, страх,
вина. Все это внутри игры. Он же понимал, что предал ее. И ему было проще оставить все как есть. Вот и все. Игорь, как оказалось, человек не очень-то сильный духовно, да. То есть, может быть, физически он и сильный, да, физически, но духовно он оказался не очень сильным. Слабый. И неискренний, нечестный, в первую очередь, с самим собой. Вот, наверное. Видите ли, вопросы, они у вас помещены таким образом, что Вера выставляется жертвой, а Игорь выставляется предателем. У вас даже в тегах написано, что это предательство. Но ведь это и выбор Веры был тоже ждать его. Это ведь выбор Веры был такое поведение. Поэтому говорить о том, что только Игорь виноват в этой ситуации, было бы некорректно. Я не знаю, кто вы в этой всей ситуации, может быть, вы наблюдатель, может быть, вы и есть эта Вера, может быть, кто-то еще, но однозначно я бы рекомендовал воздержаться от обвинения Игоря, потому что, ну да, он поступил не очень хорошо, да, он поступил не по мышке, да, он оказался трусом, но и Вера тоже действовала, исходя из своего выбора, это был ее выбор, и за свой выбор она несет ответственность, вот. Так что, так. Надо сказать, что аноним, вы действительно считаете, что мы, имея перед глазами только вашу информацию, которую вы предоставили, по сути, без какого-либо описания чувств, без каких-либо описаний психологических портретов этих людей, можем ответить на вопрос о мотивах Игоря. Аноним, вы действительно считаете так? Если вы считаете так, то вы не очень-то заинтересованы в ответе, потому что, несмотря на то, что вопрос платный, но тут, по сути, все упирается в гадайку. Угадайку. Вот. То есть вот сколько будет экспертов, да, столько и будет мнений. Ну, исходя из точки зрения каждого, да? Вот. Мое, например, мнение такое, что Игорь просто не повзрослел, то есть просто ребенок, вот, который не выдержал ни испытания, ни давления, ни ответственности, ничего. Но просто не повзрослел Игорь, вот, он и дальше вел себя как ребенок. У него был стыд, у него была вина, я такой, я вот сделал так и так далее. Вот. И вот это вот моя позиция. Это Игорь недостаточно зрелая личность. Но насколько это так? Это нужно выяснять. Вера мне напоминает больше невротичную личность. То есть личность, которая склонна к зависимостям. То есть она сначала была зависима от Игоря очень долго, 10 лет, потом она зависима от отца. И теперь, скорее всего, она зависима от своего друга. Потому что вышла она за него, скорее всего, не по любви. Вот. Как видите, невротичная и незрелая личность вместе порождает такой вот тандем. И я бы сказал, что если мои предположения верны, то это даже хорошо, что у них ничего не сложилось, потому что сделали бы они несчастными друг друга. Вот. Ну и родители, здесь, конечно, играют большую роль. То есть, у Игоря и у Веры не было таких, знаете, стерильных, защищенных отношений от родителей. И родительская все-таки позиция оказывала влияние. Кроме того, вы не сказали, сколько лет Вере и Игорю, если это люди молодые, например, 18-19 лет, то в таком возрасте год очень много чего значит, и Игорь, например, во время своего
так сказать, вынужденного пребывания в другой стране, за то время, что прошло, он просто повзрослел, понял, изменился и решил, что вера — это просто его увлечение идеальное, которое не имеет ничего общего с реальным миром. А реальный мир, он другой. Потому что и война, в общем-то, меняет людей, и возраст меняет людей, ну и опыт тоже людей меняет. То есть не исключено, что Игорь за время своего пребывания настолько изменился, что уже не видел себя с Верой. Но и сообщить я о расторжении отношений тоже не посчитал, ну, из четкого знания, что она не поймет, она будет его ненавидеть. Вот. Может быть, здесь было эгоистичное желание, чтобы она думала, что, что его нет живых. Может быть, здесь было просто уверенность, что она не поймет, какой смысл объяснять. Может быть, здесь был эгоизм, в том плане, что пусть она меня ждет, там и так далее. Как-нибудь обида, например, была на отца, допустим, что он послал его на задание специально, чтобы они с Верой не были вместе. Вот. Но, как бы там ни было, у человека явно проблема с ответственностью. Это точно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Вы знаете, вот у вас здесь есть такие слова, да, в тегах, как любовь и предательство. Я верю в то, что Вера любила, а может быть даже и любит до сих пор Игоря. По крайней мере, у нее есть к нему чувства. Но я не думаю, что Игорь любил Веру так, как она любила его. И я не думаю, что здесь есть факт предательства, потому что Игорь не раскаивался в том, что сделал. Просто поменял свои позиции, стал вести себя по-другому. В этом случае факта предательства нет. Если бы он раскаивался, если бы он вот говорил, ну вот так вот, прости, дорогая, извини меня, да, это было бы предательство. А в данном случае у человека просто поменяли свои взгляды, и он, возможно, даже не посчитал нужным сказать об этом, просто потому что вот настолько ему уже было плевать на этого человека, да, что он даже не посчитал нужным. Такое тоже бывает. Жестоко ли это? Да, не по-человечески это, да, не по-человечески, но предательством это назвать нельзя, с точки зрения отношений. Но Вере и вам, если вы на стороне Веры, а вы, судя по вопросам, на стороне Веры, выгоднее думать, что он предал, потому что тогда можно его обвинять, например, в том, что он там сделал жизнь Веры несчастной. Но на самом деле несчастную жизнь она сделала себе сама, вот. Понимаете? Несчастная она сделала себе жизнь сама, когда решила связать свою жизнь с мужчиной, который работал под началом ее отца. Потому что так или иначе отец оказывал на это какое-то влияние и давление. Вот. Что она этого не понимала тогда? Ну да, возможно, не понимала. Вот. Но извините меня, 10 лет для человека — это... То есть, как бы, даже если это любовь была, да, просто вот даже если любовь, то вот ты любишь человека, да, и ты думаешь, вот я его люблю. Вот что бы он для меня хотел? Хотел бы он, чтобы я его столько ждала? Нет. И все. Ведь любить может тот, кто любит себя. А Вера, да, ожидая его 10 лет, себя не любила. Поэтому я говорю, что любовь у нее вполне возможно носила невротический характер. Вот. То есть это может быть невротическая потребность в мужчине. Вот. Но опять же, ваш вопрос не про это. Но это я так просто для полноты картины говорю, потому что еще раз, Игоря одного обвинять в этом, то есть делать виноватым, это некорректно абсолютно с точки зрения психологии.
Вот. Но тем не менее, все мои высказывания, это всего лишь предположение, потому что история незавершенная с точки зрения психологических процессов, нужно все-таки больше информации об этом. Тогда можно будет сказать точно. Да, то есть, если, например, Игорь был таким импульсивным, да, там, вспыльчивым, эмоциональным, это одно. Если Игорь был таким спокойным, уравновешенным человеком, это другое. То же самое и про Веру тоже можно сказать, понимаете? То есть, в зависимости от того, кто они как личности, и какой у них характер, и психологические черты, вам можно более детально ответить на вопрос. На ваш. Вот. Но, судя по тому, что вы не написали этого, вы считаете, что для психолога этого достаточно. А может быть, вам просто нужны предположения, а может быть, вам просто нужно подтверждение того факта, что Игорь виноват. Если вы Вера, если вы на него злитесь сейчас. Потому что в вопросах, да, проскальзывает обида такая. На него. Вот. Понимаете? А может быть, вы вообще вот эта вот девушка, на которой он женился. Понимаете? И вы сейчас все это узнали, и вы в шоке от того, с кем вы живете, и кто ваш муж, и от кого у вас дети. Да? Да. Вот. Понимаете? В любом случае вы неверно интерпретируете предательство и неверно распределяете роли в этой ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Еще раз, если у вас остались вопросы, значит, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!